Время, ребята. 5 часов. На дороге видимости вообще никакой. Вот где фонари светят, еще более-менее. В темноту проезжаешь, полная жесть. 40 километров в час, и то страшно ехать. Видимости вообще никакой. Туман жуткий. Всю ночь поливал дождь. Под утро закончился, но все же мы едем на коп. Еду по трассе. 110 ограничения здесь. Но больше 60 ехать не могу. Видимости вообще никакой. Да, ребят, хорошо, что я раньше времени выехал. Обычно я впритык приезжаю, это что-то надумал пораньше. И только ориентируюсь по разметке светоотражающей на асфальте. Ребят, видимость вообще ухудшилась. Я не могу ехать больше 40 километров. Вообще ничего не видно. Иду по приборам. Кто-то сейчас спит, 8-й, 10-й сон видит. А мы уже на ногах и едем на коп. Вернее, ползем на коп. Надеюсь, доползем. Ну что, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередные покопушки. Будем ходить по огородам. К сожалению, у нас здесь были дожди и грязь. Надеюсь, сильно она не промокла, эта грязь. И посмотрим, что у нас получится. Мушкара, ехали туман, испарения сильные. Даже сейчас вот стоит туман. Копаем мы сегодня вдвоем, а с Серегой... К сожалению, наш брат-комрад Рустик не смог встать с постели. Вот вчера джазу дал, не знаю, что за повод был. В общем, жинка его не отпустила. Какой ты нахрен водитель, в говно пьяный. Мне снятся какие-то горшочки, а кто там в поле возле шиткого лесочка? Ходит, бродит, медленно по кочкам. В одной руке прибор, другой лопата. Брата, весь в камуфляже, как и я, губа поджата. На голове бандана, как у старого пирата. Катим на прошлогоднее урочище. Оба-на, а там новичков полчища. Землю роют, как горнорабочие. Среди старых ямок ищут монет средоточие. Маша влево, Маша вправо. Чё это долго нет сигнала? Вот сигнал, никак, находка. Вот и на... Снова пробка. Позови меня степь, позови меня поле, позови меня лес и крутой бережок. Я рожден, чтобы жить, словно птица на воле, обнимая прибор, бэджа, хабар, мешок. Земля, где Браунбе? Искатели. И я респект Миките и Румате, блин. Вот здесь была деревня Васюнаха. Они узнали мы от старого казаха. Но чей-то джип стоит, и трое чешут поле. Мангал дымит, и стол накрыт, эх, раздолье. Знакомимся, свои ребята с форума. Совместный коп, затем и стол для кворума. Показ находок, тосты, байки у костра. Вот это, братцы, жизнь, вот это красота. Выпьем пиво, хряпнем водки за удачу и находки. Пару капель с хлебушком земляному дедушке. Позови меня степь, позови меня поле, позови меня лес и крутой бережок. Я рожден, чтобы жить. В общем, поехали вдвоем. Ну, что получится, посмотрим. Надеюсь, результат будет шикарный. Так что пожелайте удачи.
пальчик кверху сразу за труд старания, потому что у меня все видео и сюжеты получаются неплохие по находкам. Так что и сегодня надеюсь, что-нибудь эдакое у нас выпадет. Сегодня будет у нас работать Nocta Impact и как он называется-то? Экскалибур, что ли, или как он там, мини-лапуски-то. В общем, посмотрим. Два нормальных прибора будут ходить сегодня по огороду. Так что пожелайте удачи еще раз. Может, чего интересное у нас выпадет. Ходим в дождевиках, потому что дождь моросит постоянно, регулярно. Вот, и приходится в плащиках. Так что ладно, идем. Ну что, ребят, в первую очередь мы пробили вот этот участок. Серега говорит, на этом участке я находил много монет. Вот, но так как здесь травку скосили, мы первое делом сразу его проверили. Вот, ну что я вам хочу сказать. Погода мерзкая, дождь, в плащах ходим. И вот смотрите, выпала первая монета. И монета приятная тем, что это серебро. 10 копеек. Хороший бодрячок. Серебро. Не зря говорится, серебро во время дождя очень хорошо поднимается. И вот, нате, получаете. Зачетно. Первая находка и первое серебро. Ну что, ребят, хочу сказать. Были дожди. И по полям, по огородам сейчас ходить проблемно. Ботинки вот такие вот, смотрите. Хрен подымешь. Это они еще отряхнулись у меня, блин. Весит, я не знаю, килограмма 3-4 точно. Серега мудрый комрад. На огород не лезет, а вот по скошенному ходит, выискивает. Я же поперся в огород. Лопата вот такая. Ботинки, ой, вот такие. Хрен подымешь их, блин. Ох, смотрите, какая, блин, бяка. Вообще жесть. В общем, огороды, наверное, пока отставить. А то сейчас все силы на переноску. Вот, так, блин, вот такой вот обуви все силы уйдут. Так что ладно, походим пока по целине по этой вот. Ну что, ребята, вышел я из огорода. Башмаки вот такие вот здоровые, но вы, в принципе, все видели. Вот, так что не знаю, как у нас с огородами сегодня получится. Уже устал. Вроде коп начался всего-навсего час назад, а уже устал как бобик. И вот такие вот башмаки носишь, лопата тоже жесть какая. И, наверное, все-таки будем искать другие места для копа сегодняшние. Огороды, к сожалению, невозможно ходить. Но радует то, что где мы ходили раньше, их заново распахали. Вот, и можно повторить прогулки. Но факт в том, что земля жирная, как глина, пристает и хрен отваливается. Вот, так что не особо поля, наверное, сегодня порадуют. Но все равно до конца досмотрите, может быть, чего-то интересное у нас все-таки выпадет. Ну что, ребята, можно похвастаться. Похвастаться крупной монетой. Смотрите, вот она. Красавица. И что это у нас, Павел? Да-дам, смотрите, какой сохранчик. Здесь где-то водичка. И это радует тем, что я вам чистую монетку покажу. Смотрите, какой. 1801. Хороший, приятный Павел. Класс. Класс, класс, класс. Вот такая первая находка. Зачет. Вот так вот. Красивенько. Да? Вот она. Первая медь сегодня. Идем дальше. Ребят, решил показать вам и 10 копеек, которые я на поле поднял. Но она была в грязи такая, чумазая, обмазаться мне неохота было. И, в принципе, вот так вот она выглядит. Хорошая, рельеф высокий. Это раз. Затем поднял еще вот такую накладку. Ручная какая-то работа.
Вот, тоже была в грязи, не хотел мазаться. И вам не показывал, как я ее доставал. Вот. Просто в карман бросил, как обычный шмурдяк. Вот, сейчас сполосну и посмотрим. Ну да, какие-то рисунки странные. Это не советское время, это точно. Вот здесь хозяин вот этого участка. Здесь от пчел. И он нам поведал, что здесь вот проходила какая-то дорога. Монгольская дорога. И как будто там вот работали археологи на бугре. Не знаю, правда, нет. Но вот такую там историю он поведал. Ладно. Идем. Мы здесь ходили в прошлый раз. Не выбивали больно сильно. Торопились на другие огороды. Но так как дороги у нас, огороды сейчас грязища, сами видели, я вам показывал. Вот мы решили побить те места, где трава. Не распашка, а именно вот скошена. Ну, плоды не особо, но есть. Ну и Серега разбил ноль. Где твоя большая? Блин, придется мне мазаться, что ли. Давай. Давай-ка ты его почисть, а я потом всем покажу. Павел? Только что-то Павел. А мне кажется, что это какой-то типа масона. Что-то больно крупное. И тонкое. Ну-ка. Что-то непонятно. Ух, это масон, ребят. Масон, да? Угу. Ну, масончик. Был. Был, да. 5 копеек, наверное. Убитый. Номинал не видно. Как вы видите. Да ни хрена вы не видите. Но это масончик, видите, да? Орел. И крылышки вниз. Но зато год можно сказать. 1834. Ну, такая вот печалька. Ну, ладно. Медь. Медь. Она и в Африке медь. К сожалению, неинтересная медь. Совсем убитая. Закапываем. Закапываем, да. Бросай. Идем дальше. Итак, ребят, в этой ямке был четкий сигнал. Выбросил его. Но что-то сигнал куда-то пропал, блин, и с трудом его нашел. А нашел его вот здесь вот, вот видите, в травке. Что это у нас? 2 копейки. Да, советские 2 копейки, 24-й год. Вот это да. А сохран просто огонь. Блин, до лужи идти далеко. Так что придется помазаться. Может 25-й? Ну, 25-й. Нет, к сожалению. 24-й. Ну ладно. Заберем. Приятное. Хорошее. Четкий сохран. Лучше не бывает. Идем дальше. Итак, ребят, на этом участке мы в свое время подымали монеты. Серега сейчас идет так вот, а я вот так вот. Я здесь вот двушку поднял, вот здесь вот. И Серега от меня оторвался вперед. И идет он одной линией вдоль. А я иду поперек. И у него находка. Что за находка? Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Че, разглядел что-нибудь? 8-й деньга. О, деньга. Смотрите, какой приятный. Деньга. 1748 года вроде. А, 38-й. 38-й год. Анна Иоанновна. Она до 40-го года правила. Так что плохой, неплохой сигнал. Пойдет. Будет еще. Будет. Идем дальше. Показывает еще одну монету. Копеечка. А2. 1859 год. Перед деньгой поднял. И сохранчик, смотрите. Такой бодренький. Да, неплохой. Пойдет. Пойдем искать свои монеты. Ребят, у нас получается с Серегой поочередно. Он монета, я монета. Он монета, я монета. До этого у него была деньга. И вот у меня какая-то тоже монета.
Что за монета? Это тоже деньга. Так. Тоже деньга. В жирном, сальной, черной земле. И это у нас деньга. Год разглядим. Да, 1748. 48. У Сереги был 38 только что, а у меня 48. Бодренькая, бодренькая. Что у нас с орлом? Ох, орел тоже классный. Высокий. Вот такая вот. Чудненькая, чудненькая. Зачет. Классно. Продолжаем. Итак, ребят, сигналов медных нету. Место, как говорится, мухоженное уже нами. И приходится копать все, что можно. И вот смотрите, что выпало. Вот такая вот звезда. Хорошо, что здесь есть водичка. Сейчас мы ее помоем, посмотрим, что это. Советская. Здоровая. Ну это... Не знаю. Даже эмаль осталась немножко. Зачетная звезда. Зачетная, большая. Где-то, наверное, ранние советы, ранние. Ну, пойдет. Заберем. Итак, ребят, пришло время подводить итоги. Закончили мы сегодняшний выход. На огородах покопали так себе, знаете, не суперкоп, изюминки нет, ничего нет интересного. Но монеток немножко накопали. В общем, у меня в личку задают вопросы. Александр, а что вы занимаетесь шурфами? Это же тяжело. Проще, как вы сейчас копаете на огородах. Ну, знаете, огороды всего-навсего можно копать буквально 2-3, ну 4 недели. И все на этом. Потом начинаются дожди, и я вам сегодня показывал, что бывает на огородах. И с обувкой, и с лопатой. В общем, с Серегой мы сегодня выдохлись, устали. Хоть и время еще можно покопать, но факт в том, что земля так вот нарастает на обувь, что нереально просто носить, очень тяжело. И вот из-за этого, ребята, огороды всего-навсего копаются 3 недели до дождей. А потом все, полная задница, зайти невозможно. А если и возможно, то горе нахлебаетесь очень-очень много. В общем, что, как обычно, по традиции, ребята, обзор. Обзор того, чего мы сегодня с Серегой накопали. Есть немножко царики, есть даже серебро. Ну, как-никак, дожди были. Вот, и серебро было самое-самое первое. Вот, ну, давайте, теперь обзор. Ну а по находкам, ребят, у нас как-то получилось сегодня вот так вот. Масонская монета. К сожалению, сказать, датировать, что именно, не могу. Но, наверное, все-таки пятачок масонский, 1834 год. Двушка Павла, 1801 год. В принципе, хорошая, бодренькая. Была царица полей, 1824 год. Деньга. Какой у нас 1735? Анна Иоанновна. А дальше деньга 1731, наверное, или 51, точно сказать не могу. Еще одна деньга, к сожалению, сохранчик. Будет только после чистки. 38 год. Деньга очень бодрая. 1748. Зачетная. Саша II. Александр. 1859 год. Бодренькая была советская монета. 2 копейки 24 года. Очень бодрая. Ну и одно серебро. Самое первое, прямо во время дождя, 1929 год. Вот такая вот красавица, очень хорошая. По шмурдюку получилось как-то вот так. Гаубица, колечко обручальное женское,
Что-то древненькое, очень древненькое, потому что орнамент, смотрите, какой очень-очень. И звезда. Звезда советская, возможно, ранняя эпоха. Возможно, могу ошибаться. Ну, как-то вот так вот, ребят, сегодня огороды стрельнули из-за того, что ходили мы по выбитым местам. Не по распашке, потому что невыносимо. И получился вот такой результат. Ну и все, ребят, на этом и все. Всем пока, до новых встреч.